Кадетский корпус будет сдан в эксплуатацию в середине декабря. Капремонт здания идет поэтапно с 2007 года. Губернатор заглянул внутрь, оценил качество отделки, прикинул, насколько точно строители выдерживают график. Это один из 11 районных многофункциональных центров. Учреждение оправдывает звание многофункционального, предоставляет местным жителям услуги социальной защиты. Здесь разбирают земельно-имущественные отношения, поддерживают малый бизнес. На совещании медработников района глава области сломал протокол. В зале увидел своего одноклассника, районного педиатра. Саш, ты не хочешь? Чего ты не хочешь? Это Александр сидит, он вместе в одном классе учился. Значит, может, что-то скажешь все-таки. Одноклассники обсудили планы модернизации здравоохранения, оценили качество обслуживания пациентов. Договорились, что повышенное внимание власть и медики обязаны уделять профилактике. Тогда пациентов не придется отправлять на дорогостоящее лечение в областные клиники. Сейчас задача, чтобы вот эта модернизация, которая придет, помогла нам поднять, в частности, педиатрию, стационарную помощь педиатрическую. Губернатор в Белой Калитве с хорошими вестями. С нового года многодетные семьи вправе рассчитывать и на региональную надбавку к материнскому капиталу до 100 тысяч рублей. Строку в бюджете одобрил областной парламент. В проекте закона в первом чтении значится цифра или сумма 50 тысяч рублей. Мы вносим изменения в проект закона и во втором чтении, надеюсь, наши депутаты нас поддержат, что эта сумма должна составлять 100 тысяч рублей. Молодые специалисты, сельские врачи, пользуясь случаем, интересуются у областного главы льготами на оплату коммунальных услуг. Василий Голубев на месте принимает решение. По возвращении в Ростов-на-Дону даст распоряжение подготовить проект регионального закона, чтобы до Нового года депутаты Заксобрания обсудили его положение. Дарья Филатова, Юлия Сурикова, Павел Вихрев, Южный регион инфо.